зрения идеологии по отношению к нам, с точки зрения того, что про нас рассказывают в СМИ, какими нас представляют, и как, какое количество людей, которые абсолютно не понимают того, что происходит, высказывают свою точку зрения, осуждают там, и так далее, угрожают. Ничего хорошего в этом нет. Но, в принципе, это идет от незнания и непонимания ситуации, причем очень грамотно подготовленная, так сказать, очень грамотными людьми, занимающимися, так сказать, созданием общей картины. Ушел голливудский кинематограф, да? Ну что, жалко? Да, жалко. А с другой стороны, вот вы знаете, удивительная вещь. Вот я слушаю, скажем, американскую музыку, да, там, Синатра, неважно, или Битлз, неважно, Роллинг Стоун. Нет уже этой страны, где это было. Мы смотрим европейское кино, я вспоминаю Гик, я вспоминаю там неореализм или Новель Ваг, французскую новую волну. Сейчас я никому говорю, что то хорошее, то. А потеря поиска смысла происходит. Именно поиска смысла, что я нахожу в что я выношу. Вот последнюю, совсем недавно я смотрел картину «Треугольник печали», да, по-моему, называется? Да? Я вдруг увидел картину, которая на меня произвела такое же впечатление, как картина «Квадрат», если вы помните. Когда я вижу трезвый взгляд на то, что происходит. Трезвый взгляд, ребята. Вот что с нами происходит. И это вдохновляет и рождает надежду. Когда ты смотришь картину про любовные отношения женщины и машины, ну, я все могу понять. Ну, меня это меньше волнует, честно вам скажу, чем что-нибудь то, где есть поиск смысла. И плюс к тому, если говорить про приобретение, мы не остановились. Можно по-разному, скажем, относиться к картине там, «Чебурашка», да, кто-то считает, что это там, глубок. Но это кино, которое люди хотят смотреть. Вообще, успешная картина – это на которую ходят люди по несколько раз. Она собирает кассу, в принципе. Вот сейчас вышла картина, я еще не видел ее, вышла картина, ну, много знаешь. Выбор, да? Вызов. Абсолютно, сейчас не беру, потому что не видел картину, но для меня создан уникальный абсолютно мировой опыт. Единственный в своем роде. Когда картина в нашей стране, часть этой картины снимается в реальном космосе на орбите. Трюк – это рекламный ход пиаровский. Это совершенно не имеет значения сейчас. Потому что если это происходит, значит, существует то самое поиск нового, который, собственно, и движет кинематограф. Повторяю, сейчас я не говорю про качество, я ее не видел. Но, в принципе, ну, назовите мне, где, нигде. Это есть у нас в стране, находящейся под санкциями. Поэтому я считаю, что вот, лично для меня я очень благодарен санкциям, потому что санкции и сегодняшний мир, в котором мы живем, и обстоятельства, в которых мы живем, нам очень четко показывают, кто есть кто и что есть что.